Красивые зеленые скверы, парки, чистые улицы и дороги. Одни этой красотой любуются, другие поддерживают. В рамках летнего месячника по благоустройству, который стартовал 5 июня и продлится до 1 августа, специалисты городской жилищно-коммунальной службы наводят порядок в городе. В течение этого времени администрации районов совместно с заинтересованными ведомствами проводят обследование городских территорий, выявляют проблемные участки для дальнейшей уборки и благоустройства. Работа ведется в режиме нон-стоп. Лето – не только пора каникул и отпусков, но и время работы для коммунальных служб. К тому же у специалистов ЖКХ выходных не бывает. Они всегда за работой занимаются покосом травы в городе, высадкой цветов, проводят санитарную обрезку деревьев. Данный месячник проводится по инициативе председателя Брестского городского исполнительного комитета. Основная задача этого месячника – охватить все субъекты хозяйственные, которые находятся на территории города Бреста, для того, чтобы привести наш город в то состояние, поддержать ту марку самого благоустроенного населенного пункта. Особенно надо акцентировать внимание на значимых мероприятиях, которые пройдут в нашем областном центре. Это 22 число, день начала Великой Отечественной войны, и, естественно, это празднование Дня города. То, чтобы к этим мероприятиям ни один субъект хозяйственный не остался безучастным в плане приведения своих прилегающих территорий, в плане какого-то акцента на общегородские территории. То есть каждому субъекту хозяйственному будет определена конкретная задача, конкретная территория, которую он должен будет приводить, поддерживать, и в случае чего, то есть даже не только в рамках месячника, а и за его пределами, то есть будут эти работы выполнять. Летний месячник по благоустройству проводится впервые, но работа специалистов всех служб жилищно-коммунального хозяйства круглогодична. Каждая пора года, она за собой подразумевает какую-то плановость. И поэтому я думаю, что это хорошая традиция, которая будет поддержана и сохранена в дальнейшем. Потому что весной мы готовим после зимы, летом мы поддерживаем то, что мы подготовили, весной активизируем работу. Осенний месячник это направлен для подготовки, условно говоря, к зимнему периоду. Город над Бугом – один из самых благоустроенных городов Беларуси. Во многом это благодаря не только работникам жилищно-коммунальных предприятий, но и сознательности самих брестчан. А потому каждый неравнодушный гражданин в рамках месячника по благоустройству может превратить свой частный сектор в цветущую мини-инсталляцию, которая будет радовать глаз. И чтобы жить в комфорте, не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.